зовут Теремкова Марина Алексеевна, мне 57 лет. Очень хочется участвовать в вашем проекте в Стархите, но прежде всего для того, чтобы изменить свою внешность, изменить свой внутренний мир при помощи психолога, потому что я никогда не была замужем. У меня два сына, и, наверное, какие-то проблемы есть во мне самой. Потому что все время работа, я не про себя уже не думаю ничего. Но детки уже вот выросли, с девочками встречаются, один жениться собирается. Но так вот я подумала, будут знакомить с девушками, а у мамы внешний вид какой. Но хочется как-то себя изменить, чтобы и детям не было стыдно, и для себя я все-таки еще не такая старая. Хочется очень измениться.